Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такого снеговичка. Нам понадобится грузик с водой, 5 пятерок для ножек и шапки, кусочек для помпошки, 2 двенадцатых для туловища и головы, 260-е шарики для рук, варежек, шарфика и шапки. Шдемки для завязывания, 3 кусочка с узелками, один из них оранжевый для морковки. Что ж, глаза боятся, а руки делают. Начнем с головы. Берем 2 кусочка с узелками, надеваем на трубочку. Размечаем. Здесь будет носик, а здесь шапка. Подуем, чтобы не пачкалось. Кладем узелок на верхнюю точку, спускаем и ведем к горлышку. Достаем наружу. Завязываем целой шдемкой 260. Показываю способ завязывания. Вот так берем и, придерживая большим пальцем, делаем 2 оборота. Оборачиваем вокруг указательного пальца и держим большим пальцем. Короткий кончик продеваем в эту петлю, прихватив узелок большим пальцем. Затягиваем. И завязываем второй раз. Привязываем морковку точно так же. Но уже коротким обрезком. Еще раз показываю способ завязывания. Вот, осталось 2 хвостика. Кладем палочку между ними и связываем их между собой. Один раз не затягивая, а второй раз затянув. Расправляем петельку, чтобы она была достаточно свободной. Вот. И в эту петельку вставляем длинную шдемку, которая идет от шапки. Расправляем. Получается, длинная идет к макушке, а от носа идет петля вот в этом месте. Надуваем. Вытягиваем шдемку. Вот здесь получается ямка. Примерно 22 сантиметра. Завязываем. Надуваем морковку.
Вот она прочно закрепилась. Делаем помпошку для шапки. Пузырек с хвостиком раздуваем пятерку, спускаем примерно до 10 сантиметров, завязываем ближе к колечку, вот так нажимаем, кладем хвостик под колечко и захватываем на макушке. Перекрутим. Завяжем. Привязываем к голове. Вот этот остаток можно использовать для шапки. Пинч. И просто оборачиваем вот так. Рисуем ротик, глазки, щечки. Делаем туловище. Вставляем длинный отрезок с узелком, берем на макушке и также завязываем. Можно раздуть сначала. Чтобы шарик стал круглее, подтянем. Завязываем. 26 сантиметров получилось. Берем за колечки, перекручиваем немножко. Оборачиваем шедемками. И связываем. Делаем шарфик. Оборачиваем не слишком плотно. Закругляем. Привязываем грузик, надуваем ножки, и приматываем к грузику.
Делаем ручки. Надуваем на 25 сантиметров. Кругленький пузырек. На 4 пальца 2 пузыря. Скручиваем их вместе. Делаем нитку. И скручиваем варежку. Держим скрутку, а остаток продеваем в петлю. Натягиваем и привязываем белый шарик. Делаем руку, 5 пальцев пузырь. Два кругленьких пинча. Завязываем. И из остатков делаем вторую руку. Связываем их ШДМ-кой, лучше 160-й, чтобы не сильно давили на шарфик. И оборачиваем вокруг шеи. Рисуем пуговицы. Вот такой вот снеговик у нас получился. Спасибо всем за внимание и до свидания.